где компромисс в политике делать категорически нельзя, не делал и не буду, это по двум основным вопросам. И оба вопроса касаются интересов государства Республики Молдова. Во-первых, все то, что касается суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны, никаких компромиссов. Вот Марий Ильич говорит, что он компромисса не сделает никогда по государственности. А 31 марта 2016 года, у меня есть стенограмма, когда Марий Ильич в парламенте, ну, то, что он проголосовал за открытие офиса НАТО в Кишиневе, это мы поговорим еще. Но по государственности поддержал униониста Гимпу. Он говорит, что нельзя по государственности делать компромиссов. А в альянсе вместе с унионистами Гимпу назначает на должность министров откровенных унионистов, такие как министр образования и Шалару. Это вот Марий Ильич поднял руку за обоих министров. Вот это называется, что государственность практически, вот сделал шаг для того, чтобы сдать государственность.